Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же принесет вам суббота. А суббота, мои хорошие, принесет вам интересные вещи. Кто-то из вас будет заниматься эзотерикой, астрологией, изучением или, может быть, медитациями, релаксациями. Ну, в общем, что-то связанное, потому что эзотерика на самом деле понятие очень широкое, туда входит и таро, и магия, естественно, и астрология, туда же входит и нумерология. В общем, множество направлений входит в эзотерику. Смотрим дальше, что еще вам суббота принесет, девочки. А кому-то откроется... Ну, тайна, наверное, это слишком сказано, да? Вот, ну, какая-то, я бы сказала, новость будет вам. Причем очень приятная. Новость будет касаться либо денег, либо карьеры, либо, ну, скорее всего, денег. Денег, карьеры, может быть, ваших родственников. Да, кто-то из вас, может быть, получит даже предложение руки и сердца, потому что здесь еще и смена статуса. Вот. Ну, а кто-то, может быть, через родственников как-то деньги получите. Вот. Или новость об этом. Ну, это не наследство. Вот. Это может быть, знаете, наследство, если оно было давно вам положено, да, но так бывает, что не сразу вы его получаете. То здесь да. Вот. То есть деньги от родственников. Здесь может быть, например, еще продажа какой-то недвижимости, но такой общей. Ну, например, ваш семейный дом или ваша семейная квартира, да, где вы с семьей жили, может быть, живете, может быть, решили переехать, да, то вот здесь тоже будут радостные новости. Так, еще давайте посмотрим. Ну, смотрите, да, новости точно будут радостные. Кому-то новости придут по поводу работы. Ну, я уже говорила, в общем-то, по поводу работы. Вот. И еще хорошие новости. Если вы свободны, вполне возможно, очень даже вероятно, встреча с мужчиной. Мужчина вам знаком, светленький, рыжий или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Ровесник или младше вас. То есть вы с ним знакомы, но отношений с ним никогда не было. То есть, ну, какой-то знакомый мужчина. Вот. Появится. Он к вам с чувствами, в общем-то, идет, да? Ну, это может быть просто знакомый, просто какие-то приятные отношения. Я имею в виду, это могут быть дружеские отношения или соседские отношения. Вот. Но для кого-то вполне вероятно, что эта встреча станет началом нового романа. Так, еще в субботу решится какой-то важный для вас вопрос. Ну, вот с работой. Я говорила, что новости с утра прилетят к вам. И да, все-таки решится вопрос по поводу работы или бизнеса, вот, или денег. Да, и вы будете строить планы на будущее. Потому что тут все будет замечательно. Ну, усилия, конечно, приложить придется, но это прям, знаете, вот прям реально будет смена статуса. Либо в финансах, либо в работе, карьере, бизнесе. Но вполне, то есть новости радостные, но, скорее всего, вы их ждете вполне ожидаемые. А вот, вот такой будет для вас суббота. То есть, я бы сказала, суббота будет очень успешная именно в деловом или финансовом плане. Да, могут, кстати, дивиденды прилететь. Если вы куда-то инвестировали деньги, какие-то, может быть, акции там или еще что-то, то есть, если положены какие-то дивиденды, могут дивиденды прийти. Так, да, для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, ссылочка на него есть внизу в описании к этому видео. И
Станьте сами тарологом, причем мгновенно, с моей большой книгой Таро. Оформите заявку на книгу по ссылочке внизу в описании или в моем первом комментарии. Там есть ссылочка на большую книгу Таро, в которой описаны все арканы Таро по 11 пунктам. Так, ну и теперь карта совета, конечно же, для вас на субботу. Посмотрим, что посоветуют богини. Карта совета для вас, мои хорошие. Так, богиня Афродита. Пробудите богиню внутри себя с помощью танцев, заботы о себе, осознания своей божественности. То есть займитесь собой. А вопросы все, как вы заметили, они решатся сами собой. Да, тут надо будет приложить усилия, но поверьте мне, это будет уже не в субботу. А, то есть вопросы, новости, вопросы, решаются вопросы, все без вашего участия уже. Сейчас, поэтому займитесь собой. С вами была Алена Ариес. Всего вам наилучшего, мои хорошие. Пока-пока, до новых встреч в новых видео.